Дагестан вошел в тройку мест для семейного отдыха на весенние каникулы с детьми. Об этом сообщает сервис для планирования путешествий. Уже в начале марта температура воздуха достигает около 10 градусов тепла. Гостям республики предлагают маршруты по историческим и архитектурным достопримечательностям. Рекомендуется прогуляться по Махачкале и заглянуть в музей «Дагестанский аул». Кроме того, в Дагестан можно съездить до самого древнего города России – Дербента, где расположена крепость Нарын-Кала. Для любителей природы специалисты и дагестанцы советуют посетить одну из главных природных достопримечательностей Дагестана – Сулакский каньон. А также в список попали Карелия и Казань, но эти места стоит посещать только тем, кто все еще не отвык от зимы, так как погода в этих регионах в конце марта все еще холодная. Специалисты рекомендуют посетить Карелию из-за возможности покататься на снегоходах или отправиться в собачий питомник, чтобы погладить хаски и прокатиться в упряжке. В Казань можно отправиться для путешествия в филиале Хогвартса, где можно пройти по Косому переулку и отправиться на платформу 9¾ и даже попасть в волшебный замок. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».